начали сегодня горку делать. 2 января 2020 год. О, Володя, какие унцы подарили ему. Командир тут есть. Все, вперед. Показать, что тут делается. Так. Это игрушка. А тут все завалило снегом-то. Не пройдешь. О, все закрыто. В столе все завалено снегом. Надо лопату брать, сейчас идти. Вот видишь, командирка есть. Без команды ничего, все решает так. Перекоп взять не могут. Не берет. Главное начальник. Я говорю, перекоп берут с махно. Да. Поднял руку. А знаете, как у вас тут эта машина появилась? Вот привез я Андрюшка. А что он ее привез, знаете? Ну, убирали мы. Да? Ну она стоит у нас тут уже 2 неделю. Когда снег огромный выпал, я там у себя поработал, и Володя мне помогал там. У меня замело вот такие бугры там, сугробы. И мы с Мариной едем, она говорит, как же вам тяжело-то. А Володя говорит, как там? А что, говорит, вы машину-то такую не возьмете где-нибудь? А где ее взяли? А я говорю, а где взять-то? Ну купить, если только. Говорю, подожди-ка, я сейчас Андрею позвоню. Звоню Андрею, говорю, Андрей. А что, вот такие машины, у вас там случайно их нету? Ага. Он говорит, есть. Я говорю, а что ты брату не поможешь? Подвези-ка ему. А сколько она стоит? Она где-то, наверное, 20 тысяч. 20 тысяч? Ну, как камера. Ну, так она какая зато? И она же надолго. Это же импортная техника. Вот это все делает. Хороший двигатель. Ну, точно не знаю, может быть, подешевле могут продать. Ну не намного. Соседу туда висяй, а его. Соседу-то летит то все. Да ему какая разница, у него все равно там ничего нету. Если, даже если есть, хорошо. Вот так с легкой руки Марины она сюда приехала. А он такой, я сам не подумал, я говорю, Володя, да помоги. Вот так вот. Вот эта вещь. С одной стороны. А я тут за это время полдня возился со снегом. Разбил его по этим поэтапно и вот такими полосами. Так разбил. Его же еще надо куда-то бросать, так отсюда, квадрат, туда. Это все вот это, что набросал, это я руками разбросал. И здесь вот этот кусты до самого верху забросал. Это моя работа. Хорошо. А когда приехали, тут уже тогда. Вот она как, застряла. Павел еще командует лопатой большой. Вот так делается все. Игорь с сиденьем приехал, у него сидушка такая есть, вот она, на счастье.
Ладно, пойду кормить. Только не это, не крыши, а самого туалета. На край иди вот так, да. Вот так. Пройди, а теперь, да, вот лопата Сережина. Вот, Сережа, прямо поставь только ее. Туда, еще, сантиметров 15. И выпрямляй ее. Вертикально. Не-не, много-много. Я в голубей был, опять один вот голубь заболел. Вертлячкой. Вот так пойдет. И на эту лопату иди. Не-не-не-не, опять ты далеко. Володь, к себе. Лопату к себе. Прижми к себе лопату, к себе. Вообще подними, вот так, да, вот так. Вот такая, и вот сюда вот, и вот на меня. Вот, гляди, край туалета. Лопата, Сережа, не трогай лопату. И я. Так, подойди ты с этой лопатой. Это вот так крестность такая у нас. Это вверху, вот рядом тут вот, решетка нависла. Вот это да! Вот оно спасение! Ваня, держи. Вот пошел, вставляй здесь. Веревочку нашли. Да ладно, там ее все, беги туда. Ваня, робот понес. Вон Женя подъехал. Ваня, намотай на руку. Вот там приезжает еще. Это, видать, Евгений. Давай. Изотов. Нормально. Это еще Валерий Сокольский. Вот тут Ваня тащит нитку. Заходи туда. Это Нестор. Нестор. Здорово были. Натягивай. Вот махнул. Натягивай. Край тоже туалета. Звали Нестор. Привяжи там за что-нибудь. Вот они натягивают по прямой. Щит ставить. Андрей сосед. Иди сюда, место. Ну да, там Женя приехал. Вот так, это соседский двор. Вот он по пьянке сжег, его в бане жил. Потом куда-то в какой-то приют сдавали, вернулся дядя. Или кто у него отстроил этот дом опять заново. А сосед тот, Митрофан, вот тот свободно все делает. И по нитке начинаю в эту сторону рубить. Ну да, Женя. Наоборот, вот эту пучину убирай. Понял что-нибудь, нет? Ну так, делать буду. Вот эту вот надо. Я пойду сейчас голубей там снимать. Женя, иди, они не понимают. Хорошо тут. Сборка у нас будет. Ваня, отойди, а сборка будет, вот ты серьезно стоишь. Это вот наш трудный год. А вот эту кучу нам надо перекинуть. Горку детям делают. Она такая вот отсюда катится, и он туда к воротам подкатывается. Вот сейчас вымеряют. Вот тут Игорь, он разведчик Дебунов. Да смотрит на него, что болеет. А он столько поработал на золотых приисках. Он геолог профессиональный. И отец такой же был у него. Он много знает. Вот видишь, как взял лопату и сам сковыривает ее. У него в руках все кипит, он знает как. Стоять разину в рот он не даст никому. Ему только прорабом быть на стройке. Стоит голуби у меня тут. Вот сидят они на этих верху. Видишь, как они здесь приспособились. Сейчас их кормлю. Посчитай, сколько. В одну и сидят, ждут обед. Это не надо. Это, ты... Обед, воробьи сидят здесь. Вот и братья это работают, кричат. Они тут. Теперь я им все это подал. Вот показать. Теперь стол накрыл. Все убрал.
там вверху насыпано у них, раскопал. Ну и тут три выдвижных ящика. Ну и тут на окне хорошая у меня кормушка. Вот так. Соседи, воробьи. Семечек им насыпал. Вот это черенькие все семечки. Жареные. Но, видимо, жареное голубь не берет. А жулан, большая синица, он берет свободно. Володь, до самой земли копат. Это, если там плотное, то не надо. Если туда лопата не лезет, не копай. Володя тут тоже. Главное знает, где еще взять. Лопату, чтобы не сломал Нестор. Смотри за ним. Подскажи, где бить. Ну вот, маленько везет. Угу. Игорь тут. А тут Женя лопату достал. Посмотреть, что он тут делает. Вот они где тут ребята с этой стороны. Это все для того, чтобы кататься на катушке. Ребятишки любят это. Не надо идти к большой елке туда в город. Тут своя будет хорошая, большая. Вот это Валера носит. Тоже айкидо ходил тут, какая-то японская или какая борьба. Люди интересные такие, все знают. Нестор, Нестор Махно звали, Нестор. Продолжаем делать горку. Не падай, брат. Надо ставить лопатой. Вот уже площадку создают, натаптывают. Сюда-то надо будет еще снега. Ну это потом, ступеньки. Сейчас площадку сделаешь. Тут снега сейчас в этом году хватает. Много очень. Да, он может. Нам этого хватит. Снимает для истории, ну, да. С комментариями. Сейчас мы будем делать очень крутую. Мы делаем горки, уже всякие проверяли. И деревянные тут Игнатий делали. А мы делали пологие, длинные горки. Думали, нет, ага, ничего подобного. Все-таки лед несовершенный. И поэтому начали делать короткие и очень крутые. Градусов 45-40. И тогда на каталке, на этих снегокатах, вылетаешь только в забор врезаешься. Главное отсюда взять точное направление. Еще круче надо. Тут не будет ее. Ага. Здесь уже не будет. Это вырубит. Сейчас там угол на съемку придешь. Вот, давай, забрасывай ему. Я тебе скажу, что когда. Только в глубину не копай, а именно вот так вот под углом. Все, Володь, это, Сережа, начинай топтаться. Да тебе сейчас туда набросают, Сереж, ты топтись главное.
Давай, давай. И это, прям отовсюду снимай, с бортов забирай, отовсюду. С бортов забирай. И туда бросаем. Прям туда, еще дальше бросай, еще. Прям под Сережу бросай, под ноги ему. Вот так, да, 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 да. Тут не будет горки. Брать. Не, это горки. А, ну, боже, ну это все равно слишком... У нас вот тут вот уже должно взорваться. Все. А куст мы вырубим просто и все. Ну, по кусту тут и не пойдет ничего. Просто... Но здесь надо просто пошире сделать, пошире. Да, тут... Нет, тут не просто пошире, он слишком ее заположил. Она пологая, не будет кататься. Это уже что-то положено. Это сейчас тут все уберется, тут вообще ничего не должно. Тут будет бордюрчик вот такой. Вот такой. Да, конечно. Это туда надо было выбрасывать или туда. Я тебе говорил об этом. Отлично, отлично делаешь сейчас все же. Вот так прям и убираю, убираю. Где ты топтался, на эту глубину убирай все. Только, только это, чтоб держи этот уровень здесь. Поддержим, мы потом его будем тут еще дом брать. За тобой тоже куча, так что можешь убирать ее. Тебе Валера подбрасывает. И прям под Сережу. Сережа пускай топчет и прям сверху, чтобы было. Мы там потом сделаем ограждение. Давай, давай, Нестор, бицепсы накачивай, трицепсы. Ваня, сейчас можешь сюда подъехать, тут забрать несколько лопат отсюда. Прям забирай сюда. Володя, есть топор? Да найдется, наверное. А? Найдется. У меня есть топорик. Топорик, да. Топорик. Надо тут как-то куст подрубить. А, сейчас, Пускай. Сейчас понесу. Как раз по краю проходит. То есть мы немножко уклонились, да? Раньше же он вроде не попадал сюда. Да, тут колесо какое-то. Да это клумба. Мы на клумбу попали. То есть мы немножко сюда уходили, вот сюда. Ну, надо будет убирать колесо это, убрать. Не уберется. Нет? А не, уберется. Она старая. Вот, и теперь надо его так вот прям вырубить, чтобы он не мешал. Ага, сейчас я топорик возьму. Ну все, слава богу, за все. Вот это какая-то компания ветеринарная, вон там за ней, вот видать это краевой суд бывший, там меня судили. Теперь там музей истории, искусства, литературы и культуры. Четыре названия. Наши машины пришли делать. Из... Валера, наверное, пришел. Сергей приехал на своей большой машине. Что тут скрывать? Тут ничего не скрывается, все открыто. Вот. Я пришел на машине своей. Рус. Победа. Ну да, Андрюша заходит со своей машиной. Иван, крест какой. Приходит в храм у нас, надписи. Вот. Это Игорь Дебунов, вот это зелененькое. Это Валерий на своей, тоже маленький. Вот сейчас здесь подравнивать, чтобы круто скатываться надо. Удалбливают. Еще не закрепили. А что ж не закрепили? Это надо скорее крепить, пока она не отошла. Пока не отошла, она скорее бы закрепить ее надо. Кто не отошла? Вот это, вот эту-то. А ничего, никто не отойдет уже. Ну а у нее у Косины делали всегда. Ну всегда делали, а теперь не сделали. Теперь вот тут поверху сделали. Все по-другому стало, потому что машин-то негде ездить им. Поэтому так решили сейчас. Ну хоть немножко закрепить надо. Она закреплена все в трех местах. Все нормально. Она никуда не уйдет. Сейчас а тут у нас, не знаю. Сейчас заледенеет еще и все. А что? А что? Я не понял. Все вам
так страшно-то? Ну, если упадет, так задавит как так. Кого, куда она упадет? Вон укосина пробита. Как она упадет? Укосина пробита, видите? Я вижу укосина пробита. У нас никогда такого не было. Это в этот здесь раз... они вот еще поверху, в середине пробили, вот здесь пробили. У нас пробиты вот здесь, вот тут и здесь сверху. А здесь под низом она привалена снегом. Но она так никак не разойдется уже. Там привалено снегом тоже. Ну, Надежда Васильевна закоптила. Все. С чем работает? Что значит своя? Это частный домик наш. В одном месте храм. Ты прям Серегу кидайся, зачем сюда навалил? Ну да, прям вот так убираем. Вот задача. Ну да, оно еще дойдет. Вот тут вот уже все. Сколько воробьев, сколько голубей. Вообще. Шикарно живем. Я сколько раз уже показываю. Это голуби-дикари. Но они какие дикари? Это ко мне прилетели. Я забочусь о них, кормлю. Вот они, голуби, тут летят. Все. Вот они на кормушке сидят такую. Люблю голубей. Для того хорошенькие они. Вот сколько здесь их есть. Сколько же их тут у меня сейчас кормятся? Раз, два, три, четыре. 5, 6, 7, 8. 8. Ну, один подлетел. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Уже 26. Вчера было 18. Вот они здесь. Гули-гули-гули. Да хорошие гули у меня. Гули им семечки дал жареные. Вот они едят тут. Никому они не нужны. Хорошие гули, да хорошие гули, хорошие. А ты таскай сюда, таскай. Вот они гули какие. Хорошие гули, 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 гули. Ну, ешьте давайте, ешьте. Давайте. Вот они где гули хорошие. Был коричневый, желтый, палевый называется. Ну, видать. 26 уже. Он на крыше сколько их прикормил. Ну а еще нет, зиму-то считаю, уже Новый год начался. День на прибыль. Ну, конечно, еще трудно, да придется. Вот представьте, на окошке, на обналичке сидят голуби. Красота. Ну что это, сравнишь с чем-то разве? Берутся, как они. Все, пока. Два, три, пять машин приехало. Что-то, Андрюш, тебя не видно ни на занятиях, ни утром на молитве нету. Ты же говорил, будешь приходить, ты же говорил, а? Слушай, давай никак это. Давай, наверное, ты там займешься. Раз дал слово, обязательно приходи. Нам радостно было. Он уже сделал более-менее, задал размер. Сейчас еще чуть покруче делай. Там надо это где-то 80 сантиметров колодец сделать. Да нет, нет, это набросали непонятно зачем. Да, да, туда выбрасывать. Не-не, это, подожди, брат. До палки делай вот эту крутизну. До палки. А палка вот там, да. Да, да, да. Еще дальше.
Под Сережу бросай, под Сережу. Вот они полетели, полетели. У вас тут все дички собрались? Да, 26 штук уже. А начиналось с двух. Я их кормлю каждый день. То у меня стол накрытый для них. Ну, конечно, они там. Три выдвижных ящика и кормушка. А что бы они тут карготились-то? Ясно дело, что хорошо им тут. Ну, да. У меня я сделал деревянный ларь и туда засыпал больше кубометром этой пшеницы, тонна. Ну и закрытая, не знаю, мыши съели все. Одна труха осталась. Сейчас туда? Да. Никогда не думал, что мыши так могут. Надо было открыть, кошки-то сходят, а я закрыл, а они сбоку дырку сделали и туда залазят. И все съели, одна труха. Эту труху я насыпаю, голуби клюют. Ладно же такая. Да, мышка это серьезная штука. А кошка еще серьезнее. Ну да, они говорят. Вот не продумаешь до конца все, и уже в убытке. Страшнее, говорит, кошки, говорит. Зверя нет. Зверя нет. Ахаха. Не, ну клюют главное. Видно, что они справные все. Какие у меня голуби прилетели, да хорошие тут они. Вот они где. Вот они где, да сколько их тут. Это кормлю их всю зиму. Чем занимаются пенсионеры? Кабы не Игорь, то ничего бы не было. Ну, а кто пришел-то тут? Маленькие собачки бегают, а? Это Игорева охрана. Видишь, какие толстые. Марина их раскормила. Иди, так. Улыбайся в камеру. Далеко не убегать, ребята. Вот, побегайте тут, побегайте. Вот. Вы пометили, теперь. Этот. Писают, как камельки, а сами сучки. Что делали у меня тут? Портят снег, красят. Портят снег, но... А как там веточки он освобождает в бане. Да. Да. Вот что Евгений неоднократно этим занимался делом. У него гляка получается. Вот что значит. Ох, толстушки какие. Такой-то тонкой работы. Нашего на деревьях прибыло. А? Нашего полку прибыло. Потом будут еще, я подойду тут. А, в смысле, ты про него имеешь? Ну да, полку. Ну, да. Главное, спорить не надо. Сделал, сделал. За это отвечает он.